В Твери начался ремонт Московского шоссе, въезда в город со стороны столицы. Эти работы стали первыми в этом году и ознаменовали начало новой дорожной кампании. Накануне на объекте побывал губернатор Тверской области Игорь Рудени. О том, как это было, расскажем далее. На Московском шоссе ведутся работы по замене покрытия проезжей части. Также предусмотрено нанесение горизонтальной дорожной разметки, замена дорожных знаков, обустройство новых остановок общественного транспорта и замена электроосвещения. В настоящее время на объекте задействовано более 50 единиц техники. Мы делаем комплексную работу. Это не только ремонт и замена дорожного покрытия, это обустройство обочин, новые фонари освещения. Без снятия движения работы происходят, идут в режиме, работа будет вестись в круглосуточном режиме, поэтому уверены в том, что создадим минимальное количество неудобств для автолюбителей. Ремонт Московского шоссе ведется за счет областных средств, выделяемых Твери в рамках закона о статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», при софинансировании из городского бюджета. Стоимость работ по контракту – 289,3 миллиона рублей. Очень важно, что работы начались своевременно, погода позволяет сегодня. Подрядчик у нас очень хороший, они с Тверской области, это одна из передовых компаний. Уверена, что все будет сделано в срок, и сегодня все рабочие, которые работают на этом объекте, являются тверскими, это граждане Российской Федерации, у нас жители Тверской области, которые работают на этом объекте, являются профессиональными дорожниками. Глава региона обратил внимание, что при создании остановок необходимо предусмотреть отдельные полосы, заезды для автобусов, обеспечить удобство и безопасность пассажиров при посадке и высадке.